Всем доброго гнома, господа, с вами снова Римас, мы продолжаем прохождение Total War Warhammer. Ну что ж, давайте зададим ход, посмотрим. Мы, кстати, напомню вам, в прошлой серии взяли в осаду одну провинцию, вернее крепость. Это у нас гномы, да? Кстати, смотрите, имперцы что-то там замышляют. По всей видимости, они пытаются остановить наши армии. Вы знаете, вот что-то вот мне уже начинает не нравиться. Мы кого-то там захватываем. Чего? Ну, здорово, Орчик. Их предложение вступить в войну против Жувбара. Кстати, ну давайте сделаем небольшой сговор. Нифига себе, орки даже умеют общаться. Четкие пацаны орков. Так, неудача. Прекрасно. Это значит, мы вот-вот скоро уже захватим их поселение, да? Так. Держим в осаде тогда вот этих вот бойцов. А вторую армию, я думаю, будет разумнее, если мы с вами попытаемся перейти вот в этот берег. Вот так вот. Так, хорошо, погнали. Как говорится, немного повоюем, а то мы давно с вами уже несколько раз, я видел комментарий, что «Вот, Тримасенок, ты там делаешь всякие автобои, нам не нравится». Поэтому будем, конечно же, большинство битв будем разыгрывать, собственно, сами, лично. Унгрим, железный кулак. У него хорошие доспехи, бронебойность и прочие, прочие. Хорошо. В принципе, можно сейчас вот так вот сделать. Хопа. И отправить своих бойцов чуть-чуть вперед. Автожир чуть-чуть с левой стороны. Будем работать по пехоте по флангам. Кстати, ну давайте всех под номером 2 сделаем. Вот в эту сторону летите, ребятишки. Прекрасно. Так, нас уже это, да? Скоро у нас уже жесткая битва будет. Ну что, летите, летите, летите. Ребята, летите. Так, это у нас бомбовоз и два автожира. Простых. Кстати, они нас здесь могут расстрелять. Довольно-то хорошо. Продвигаемся вперед. Ускоряем время. Отходим прям с левой стороны. Смотрите, они как реагируют на это дело, да? Так. Еще чуть-чуть. Да мы сейчас просто расстреляем. И все. Пошла жара. Вот это я люблю. Вот это вот нормальный обстрел. Посмотрите, друзья мои. Летите, душу вашу мотал, летите. Хорош, просто прекрасно. Так, автожир. По нам уже ведется огонь. Ну давайте, давайте, давайте тогда сделаем так. Так, застрелы. Поехали дальше. Мстители отправляем в эту сторону. Ускоряем процесс. Вперед. Ой, как мы их жарим, просто картошку жарим. Вы посмотрите, вот это жесть просто. Обалдеть. Офигеть. Блин, ну молодцы. Смотрите, как они хорошо просто вшатывают их просто, а. Мстители просто жестко херачат. Но они в основном против крупных целей, друзья мои. Так. Здесь у нас пошел ближний бой. Мясо просто жесть. Ну да, это победа. В принципе, тут-то и смотреть не на чем было, да? К сожалению. Все, ладно, отходим назад. В принципе, у нас уже решительная победа. У нас есть, конечно, кое-какие потери, но мы их превосходили числом и качеством, и, конечно же, опытом своих ребят. Гномы просто рулят. Империи. Кстати, с Бретонией нам придется, возможно, скоро повоевать. Потому что они мне уже начинают не нравиться. Они уже этот потихонечку начинают расти. А это не ест хорошо. Разрушить полностью. Onward. Так, хорошо. Здесь у нас, в принципе, все. Отличненько. А империя, вот основные их ресурсы находятся вот чуть-чуть севернее от нас. Поэтому нам придется их тоже чуть-чуть потеребонить. Потеребонить.
Ну что, сколько здесь ходов осталось? 5 ходов? 10 ходов до полной капитуляции, да? Хорошо. Давайте разместим здесь героя. Посмотрим, что здесь получится. Жуфбар. Ну что, погнали? Угу. Мы, наверное, с этой стороны пойдем. Сейчас посмотрим, мы сможем добраться до этого дела или нет. Да, сможем. Правда, нам немножко нужно подождать. Еще кое-какой ход. Инженера, наверное, будем размещать просто здесь. Пусть он там работает с общественным порядком. Ухудшает. И так далее. Ну что ж, хорошо. У нас есть технология, которую мы можем изучить. Сопротивление скверни вампиров и хаоса. Нам пока что не нужно. У нас доход от всех построек плюс 5%. 16 ходов. Вы посмотрите. Содержание железно этих. Доспехи, защита ближе к бою для железноломов и молотов. Блин, вот это вот надо тоже изучать. Сопротивление выстрелами плюс 30% для артиллерии. Тоже хорошие, кстати, эти. У них навыки. Так, ну что, злопамятные. Давай. Сейчас будем тебя этот. Тебе, вернее, набирать всякие бойцы. Нам нужны там. Угу, мирный договор. 1000 золотых монет. Нет, я отказываюсь. Зря вы мне объявили войну. Вот видите, как вот происходит, когда вот нам объявляют разные войны, потом мы начинаем выигрывать, или сразу, давай, вась-вась, туда-сюда-обратно, чтобы это все было всем приятно. Так, неудача, прочь отсюда, скверна нам не нужна. Скверна будет потом распространяться. Здесь что у нас получается? Вражеский агент также продолжает делать всякие пакости, по всей видимости, пытается. Ух ты ж, твою ж мать, вот это, конечно, жесть. Вот здесь вот нам надо чуть-чуть посидеть. Так, продолжаем осаду. Это их крепость. Захватываем. Можно, в принципе, подтянуть свои войска вот в эту сторону. Отличненько. И здесь у нас Бретония, Здесь, я надеюсь, бретонцы расправиться с имперцами чуть-чуть восточнее от нас. Блин, все-таки карта большая, да? Мы уже почти половину карты будем контролировать скоро. Если мы заберем эту крепость, гора Гунбат, или как ее там называется-то? Гунбат, да, так и называется. Жуфбара нам надо еще шатнуть. Погнали. Хе-хе, у них не боевые потери, вы посмотрите, а? Это просто жесть. Ладно, давайте сдадим ход. Чё там наш? Дошел уже? Почти дошел. Прекрасно. Сейчас будем со следующего хода набирать ему новых бойцов. А империя теряет свои позиции на арене. Будем сейчас смотреть, как это будет выглядеть-то. Так, неудача очередная. Это прекрасно, это радует. Ну что, бойцы, встали здесь, тогда будем восстанавливаться потихонечку. Можно, в принципе, пока что снять осаду здесь. Смотрите, вот 10 ходов. Угу. 10 ходов, да, получается. Давайте пока что снимем осаду. Я специально это сделал, друзья мои. Сейчас вы узнаете почему. Я хочу этих бойцов отправить, чтобы они осаждали, потому что они у нас полные силами. Мы, кстати, можем разыграть автобой. Айримас, не разыгрывай автобой. Неинтересно. А здесь мы будем восстанавливать своих бойцов. Отлично. Не, я буду разыгрывать бои, конечно же. Будет намного интереснее. А то уже компания у нас завершается, можно сказать, потихонечку. Мы уже здесь доминируем вовсю. Так. Вот здесь у нас будет проблематично. Нам надо сдать еще пару ходов. Так, 8 ходов, 3 хода. До того момента, как они... Блин, я забыл про этого чувака.
Короче, 3 хода осталось, и они будут голодать. Это самое главное. Самое главное, самое главное. Карак. Кардин. Кадрин. Кардин. Агентик уже к нам подходит. Вы посмотрите, а? Жувбар скоро потеряет свою столицу. Это хорошо. Угу. Так, 9 ходов. У нас очередной последний в осаде, да, я понял. Ну чё, где там наш этот чувачок-то? Черному тёсе. Ты будешь у нас нанимать железноломов. Давайте вот так, наверное, сделаем, да? Кстати, мы уже скоро в минус уйдем. Нам надо что-то со строительством думать. Либо распускать какие-то бойцов. Можно, в принципе, вот этих вот пока что распустить. Я не вижу смысла их держать. Так. И вот этих вот тоже распускаем. Так, 1431, вернее, да? Здесь у нас получается... Агентура наша работает вовсю. Нам надо, кстати, пройтись и сделать кое-какие сокращения. Кстати, это что за армия такая? Интересно, ребятки. Вообще интересно. Жувбар объявляет нам войну, а у них нет армии. Я не знаю, куда все их армии делись-то. Вообще, такие интересные ребята. Простые прям. Кстати, давайте, может быть, в дипломатии пообщаемся. Жувбар, ты не хочешь стать моим... Так, мирный договор. Высокий, да? А, торговое соглашение. Обсудить выплаты. Конфедерация. Не хочешь со мной конфедерацию создать? Нет, они предлагают мирный договор. Мы отвергаем, конечно же. Еще чего. Просто мирный договор не получится. Нам надо конфедерацию сделать. Так, здесь 7 ходов до полной капитуляции. Здесь теперь у нас получается еще один ход надо сдать. И у них начнется голод. Будем брать врага изнурением. Договор о ненападении. Они требуют 9600. Да мне легче отвергнуть и вас вынести полностью, ребятишки. Так, в очередной раз они нам предлагают 1000 золотых монет и мирный договор. Мы, конечно же, будем отказывать. Смотрите, смотрите, они уже подтягиваются. Они напали на наши войска. Ага, интересно, хорошо. Я надеюсь, мы затащим каточку или нет. Кстати, у них лорд довольно жесткий. Но они ранены, в принципе, я не знаю, сможем ли мы отбить их атаку или нет. Жувбар. Посмотрим. Гномия войны. Ага, подкрепление будет идти с этой стороны. Получается, да? Наша задача либо быстренько разбить вот эти армии, хотя они у нас вообще ни о чем. Либо... Ну давайте майнеров пока отправим вперед. Поехали, погнали. Майнер вперед. Я не знаю, успеем, не успеем мы. Отходим, 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 отходим с левой стороны. Пошла жара, майнеры пошли. Майнкрафтеры, ну. А эти как прекрасно. Вот это он, конечно, наш тоже вшатывает нормально так. Все, отправляем их в эту сторону. Блин, жестокий он, кстати. Вы посмотрите, как он прыгает-то, а? Обалдеть просто. Так, мы уже здесь почти побеждаем. А где их там подкрепление? Я что-то не вижу их подкрепления. Ну и хрен с ними. Давай сейчас вот так развернемся с другой стороны. Я думаю, майнеры смогут затащить каточку. Я надеюсь на это. Но майнеров... Они хороши против кавалерии. Блин, вот, конечно, этот герой главный вшатывает. Это кто, интересно? Грим, да? Это не их верховный король, интересно. Если честно, я так и не понял. Так, стоим, ждем. Сейчас их подкрепление еще одно пойдет. Погнали, погнали, погнали его убивать полностью. Ну, так тоже нас сносит, блин. Жестко он нас сносит.
Так. Ну? Где там дамаг? Я не вижу дамага. Давайте, майнеры, ну вы сможете. Смотрите, каких он тут уложил, просто жесть. Ну, уже должен лечь, давай быстрее. Сейчас подкрепление подойдет. Как они отчаянно пытаются отбиться-то, а? Вы посмотрите. Что-то не поймешь, кто наши, кто не наши. Да, вот они, кстати, их подкрепление подходит. Наша задача их быстренько расстрелять. У нас, в принципе, есть два отряда полноценных застрелов. Это хорошо. Так, он уже убегает. Как они его держат, а? Все, они уже начинают убегать. Прекрасно. Как они сурово прям бьются. Вот это жесть. Кстати, нам надо посмотреть модификации в мастерской. Может быть, там что-то какие-то моды появились по поводу крови. Может быть, там улучшат текстуры как-то. Ну, хотя, в принципе, нормально так, да? На снегу, в принципе, видно, да? Там кишочки такие непонятные. Ну, так себе, чего-то не хватает. Все, добиваем их полностью. Оставьте его, я его застрелю. Так, регрупп делаем. Застрелить его. Стреляем. Я думаю, я надеюсь, что мы его убьем сейчас. Смотрите, он вернулся. Прекрасно. Как мы его сбиваем с ног-то, а? Не, мы его не застрелим, походу. Все, давайте назад отходим. Все, ребят, поехали. Так, майнеры очень усталые. Здесь тоже уставшие. А, мы его убили. Мы его застрелили, оказывается. Прекрасно. Ну что, ждем. Стоим, ждем. Вот это вот основная масса, вот этого чувака надо убить. Пехота с топором. Ага, мудрое чело. Вот его надо застрелить, кстати. Давайте чуть-чуть назад сдадим. Пехоту вперед отправим. Сейчас будет еще одна схватка. Так, в кого будем стрелять? Давайте вот в этих. Стреляем. Так, по нам уже тоже ведется огонь. Давайте, ребята, давайте. Первый есть, отлично. Второго тоже застреливаем полностью. Так, заходим со фланга. С этой стороны идем. Так, мы прекрасно. Здесь у нас уже хороший застрел пошел. Рядом враги с превосходящей силой. Заходим со фланга. О, да ладно, он уже сбежал, ребята. А, нет, это другой. Так, стреляем в застрельщиков сначала. И заходим тоже так же со фланга. Так, что у нас здесь? Мы будем их обстреливать, нет, сегодня? Давайте, ребят, давайте. Стреляем сюда. Мать вашу, вы что делаете? Так, режим пристрелки убираем. Уходим вот в эту сторону. Мы его почти додавили. Мы уже выигрываем битву. Пошел обстрел. Вот это другое дело.
Они не могли подойти из-за того, что у них стояла этот, функция перестрелка. Режим перестрелки. Это говорит о том, что если враг рядом, он близко к врагу подходить не будет. Поэтому они не стреляли. Поэтому я вот сейчас временно убрал это дело, чтобы мы смогли полноценно контролировали своими застрельщиками. Ой, как хорошо, как они раскладываются-то, а? Вы посмотрите. Кстати, у них тяжелое оружие. Да. Они в ближнем бою довольно хороши. Все, они убегают. Прекрасно. Так, нет застрелов у них, это хорошо. Отводим своих бойцов вот в эту сторону. Добиваем этого чувака. Так, заходим со фланга, этих мы достреляем. Там три бойца всего лишь осталось, да? Застрелить. Минус один. Минус два, минус три. Полностью уничтожили отряд. Это хорошо, хорошее начало. Очень хорошее начало, поехали. Заходим со фланга. Добиваем этого героя. Смотрите, как он прям держится, а? Вы посмотрите. Ау! Просто жесть. Давай, 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 давай. Нифига он как их всех раскидывает. Вы посмотрите, а? Один чувак просто всех раскидывает. Но ему еще немного осталось. Ускорим время. Кстати, он так нормально раскидал-то наших этих, да? Вы посмотрите. Обалдеть, как у них всех раскидывает-то. Все, он бежал, это победа. Это победа. Добиваем его полностью. Давай, родной. Ты сможешь. Не, мы его не догоним. Ладно, хрен с ним. Решитель победа, хотя показывал, что мы проиграем. Но они нас превосходили, мы их превосходили числом. Они у нас, в принципе, вот то, что герой, да, раскачаны. У него фрагов довольно-таки хорошие тоже, да. Так, пополнение отрядов плюс 5%. Они проигрывают. Это была неудачная атака. Это самое главное, то, что мы отбили их атаку наконец-то. Так, похищено врагов. Это у нас защита в ближнем бою, щит. А Птолуса. Так, и противник погибает в битве. Жувбар. Ага, изменение ветров магии. Потери чести. Запретить переносить клятву. Заставить принести клятву. Конечно, заставить. Диверсия, блин, все-таки удалась им, да? Это гребаная диверсия. Ну что ж, ребятюли, что будем с вами делать-то? Мы можем даже с вами разыграть автобой, так как, в принципе, тут понятное дело. Кстати, что у нас там со знаменами? Так, знамя палача. Свойство устрашающий вид. Это будет, конечно же, в железноломах у нас. И дисциплина указана, отряд плюс 5. Это как называется знамя? А, знамя войны. Прекрасно. Здесь, в принципе, все понятно. Держим пока их в осаде. Смотрим, что у нас там у гномов происходит. Кстати, имперцы что-то тут прям разбушевались, и они вовсю держат в осаду бретонцев. Нам не нужно давать им персов, чтобы они... Вот вы видите, как они на север прям подтягивают свои весла. Это, конечно, не есть хорошо. Ну что, через один ход у них будет голод, поэтому давайте сдадим, посмотрим, что из этого получится. Вперед. И, кстати, тоже через один ход у нас с наймом закончится. Мы там железных этих ребят наймем скоро. Ну что, пойдемте имперцев херанем тогда. Интересно. Ну что... Ну давайте пока не будем с вами воевать, посмотрим. Вы у нас на 9 месте по силе. 10 вражеских героев, неудача, неудача, это хорошо. Так. Здесь у нашего опытного инженера очередной навык. Так, стойкость, что мы можем ему сделать, интересно, а?
Так, против зеленокожих мы брать не будем пока что. Так, диверсия. Мне боеприпас минус 10%, да? Так, место чужая провинция. Давайте мы ему это сделаем. 15%. Прекрасно. Чё? Голодайте, ёптать. Нет, скоро будет голодать. Через один ход. Жувбар скоро потеряет свою столицу, друзья мои. Это просто жесть. Так, это у нас Тан. В очередной раз тоже также повышает свой уровень. Бонус к патру... Да, прекрасно. Вот это делаем. Погнали. Сейчас посмотрим. Кстати, нам надо теперь убраться от скиллингов, так как мы с ними вроде бы не воюем. Мы так хорошо себе прокачали этого персонажа, друзья мои. Он там довольно долго находится. А вот и карлик, кстати. Предлагает нам уже 2000 золотых монет. И мирный договор. Мы, конечно же, отвергаем их предложение. Нам надо полностью нагнуть этих гномов, чтобы, ну, полностью гномы... Так... А здесь уже 3000 золотых монет. Жувбар нам предлагает. Эх, украсить своим предложением, как говорится, золотом не получится. Так, первое. Налет. Да ладно, вы что, откуда там? Обита получена, казна плюс 50. Так, 500 вернее. Победите в бою следующую армию лорда Жувбара. Это плохо. Это, друзья мои, очень плохо. Они тут налеты делают уже, да? Что-то не пойму, а что они с голода-то не помирают? Вы что, ребят, попутали, что ли? Подождите, может быть, у гномов так, вот такое свойство есть? Нет, не то. Это вот это здание. Вот это вот поселение, они уже должны с голода помирать потихонечку. И да, смотрите, уже 50%. Прекрасно. 50, друзья мои, процентов. Ладно, будем пока что держать их в осаде. А я никуда не тороплюсь. Экшончик хотите, ребят? Экшончик, экшончиком, ну. Я лучше не буду ошибаться, буду также продолжать их вшатывать. Так. Ну что, здесь у нас восстановились бойцы. Давайте Карла сейчас будем догонять. Ай, здорово, чувак. Сейчас будем тебя шатать туда-сюда, обратно, всем приятно. Ага, их предложение — мирный договор. Мирный гребаный договор. Нет, не будем. Не будем. Кстати, они уже на втором месте по уровню силы, да? Тогда были вроде бы скиллинги или кто? Смотрите, как он сваливает-то. На ускоренном марше просто свалил. Нам надо догнать Карла. Вот она как. Оборонительный союз. И они требуют 9600? Нет. Давай-ка лучше мы с тобой конфедерацию потом заключим, дружище. С конфедерацией будет намного интересней. Так, неудача, неудача. Налет. Нам надо обиду выполнить срочно. Нам надо, друзья мои, срочно обиду выполнить. Блин. Ну-ка, давайте посмотрим еще раз. У нас знамя, да, здесь какое-то есть. Скорость плюс 15% указан отряд. Офигеть, вот это нормально. Долгобороды здесь у нас находятся. Пока держим их здесь. Прекрасно. Так. А здесь, походу, уже заходи, заходи, бери, не хочу. Ну что, давайте заберем это дело. Так, оккупировать, конечно же. Наши земли просто... растут, друзья, это просто жесть. Так, золотишко у нас уже есть. Чертог гильдии ювелира. Посмотрите, какой у нас теперь доход стал-то, а? Это просто невероятно. Так, налеты плюс 7, всего минус 33 тысячи. Это у нас расходы. Фондовый доход плюс 2500. Налоги 38135 золотых монет. Прекрасно. Так, недовольство, общая тяжесть. 10-19. Дипломатические отношения, дисциплина, общественный порядок минус 1. Это из-за того, что мы не успеваем выполнять эти гребаные поручения. Да уж, печальненько, конечно. Так, ну что ж, мы будем, конечно же, продолжать дальше. Выдвигаться вперед. Так, сила оружия против зеленокожих нам не надо это качать. Усилие натиска плюс 2. Здесь у нас дисциплина при подземных перехватах армии лорда. Так, защита ближнем бою. Плюс 3 гномия воины и
горняков, боеприпасы, запас сил. А давайте... Руна. Сопротивление выстрелом плюс 10. И дисциплина. Давайте руну сначала сделаем. Изучим. И посмотрим, что у нас здесь происходит с империей. Имперцы что-то с нами, походу, опять в кошки-мышки играют. Ну что ж, давайте тогда вот эту часть... В принципе, здесь остался-то, ёптать. Одна столица-то их, да? И мы будем продолжать уже идти на восток. Ну что ж, друзья, это была очередная серия Total War Warhammer. С вами был Римас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующих сериях будем уже штурмовать замки. Я надеюсь на это. До скорых встреч. Всем пока.